Зараз слово надається представнику Всеукраїнського громадського об'єднання підприємців «Фортеця» Дмитру Видолобу. Спасибо. Скоро уже июль месяц, начало второго полугодия. И все предприниматели, безусловно, ждут тот законопроект, который должен однозначно поставить точку в вопросе, а что же произойдет с 1 января 2022 года. Хотя и те предприниматели, которые были раньше фискализированы, кто в 2017 году, кто с 2021 года, а с 1 августа 2020 года обязаны ввести учет товаров по неустановленным и поэтому непонятным правилам, они тоже ждут адекватных ответов на свои вопросы. И пренебрегать их интересами нельзя, сколько бы их ни работало в тех или иных сферах. Именно ради решения проблем всех ФОПов, упрощенцев, мы работаем в Совете по вопросам содействия развитию малого предпринимательства при президенте Украины. Для нас, как представителей бизнеса, важно находить общую позицию. Достаточно борьбы против нас, Минфина, фискалов. Мы не должны им помогать, поэтому всегда мы готовы находить общие решения. Поэтому, безусловно, мы рады, что получили поддержку позиции Всеукраинского объединения малого и среднего бизнеса «Фортеця» членами рабочей группы, которые проголосовали в законопроекте за сохранение банковской тайны, которые проголосовали за внесение норм о полной отмене учета товаров и исключение пункта 12 статьи 3 и статьи 20 из закона Украины о применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг. Приняли решение освободить все-таки большинство плательщиков единого налога из лиц предпринимателей от применения регистраторов расчетных операций. Да, как и представитель «Фортеці», и как представитель отраслевой организации Союза ювелиров Украины могу сказать, что, конечно, наш законопроект, который проголосовали 22 июня, он не совсем такой, как нам хотелось бы. Но нам, как совету при президенте, надо было сделать этот первый шаг. Шагнуть можно двумя ногами. Мы, бизнес, со своей стороны этот шаг делаем. И второй шаг в поддержку малого бизнеса должна сделать власть. И времени ждать у предпринимателей нет. Да. Конечно, мы достаточно критично относимся к нормам законопроекта о так называемом вознаграждении покупателя. Вот интересная ситуация. Мы все-таки работаем в Совете при президенте Украины. На сайте президента Украины такой механизм, как кэшбэк, на сайте президента Украины в конце прошлого года был назван социально неприемлемым. А мы, как Совет при президенте, обсуждаем вопрос возврата к каким-то вознаграждениям, материальным вознаграждениям покупателей. Но критично к этому относимся, тем не менее, это в законопроекте есть, и мы понимаем, что, голосуя за него, мы должны были идти на компромисс. Я уверен в том, что в следующую очередь, после того, как этот законопроект будет, как мы ожидаем, внесен от имени президента Украины, мы сможем вернуться к обсуждению тех проблемных вопросов, которые у нас остаются до сих пор нерешенными. Есть у меня еще один момент. Коллеги, которые выступали раньше, неоднократно говорили о так называемых рискованных группах товаров. И, кстати, у нас, я смотрю, в проекте резолюции нашего сегодняшнего форума, вот в подпункте 1.1 тоже упоминаются так звания рискованные группы товаров. Коллеги даже упоминали тут некоторые исследования, которые в разное время проводились разными экспертными или научными организациями. Но дело все в том, что с 2017 года крутится термин «рызыковые группы», и до сих пор он никак не определен законодательно.
Может быть, и нам имеет смысл, нам, как представителям все-таки бизнеса в Раде, имеет смысл отказаться от риторики и терминологии, которую употребляют Минфин, налоговая, некоторые эксперты, которые протягивают тотальную фискализацию. Может, имеет смысл вообще отказаться от термина рызыковой группы и исключить его из нашей резолюции? Ведь мы же все-таки форум малого микробизнеса. Спасибо за внимание.